соответственно, и результат. Уже был момент, когда... Вот я сейчас, честно говоря, не вспомню. Помните, Роналд Куман, главный тренер команды. Главный судья сегодня Бургас. Защитников, конечно, выходит из ворот великолепный Терштеген. Прекрасно играющий ногами. Гранада высоко в турнире таблицы. Но у нас случился довольно... Что у Гранады тоже был опасный удар. Только вот эта опасность ничего не стоит. Фуэртас, навес. Дест играет. Поддерживающие их защитники. Дарвин Мачис упирается в Дебе. Это смазанный, скажем так, расставание. За то, что два игрока оказались на газоне, кажется, что и прихода дополнительного игрока в оборону. И поколение Барселоны Серджи Бускетс не пять далеко отпускает мяч. Ну вот, пожалуй, во всем этом отключается по флангу. Получает ответную передачу Дембеле. Не качество. Дест. Дембеле. По турниру таблицы хотя бы. Потому что, конечно, видеть Барсу в... Дест. Столкновение с Роберто Сальдадо. Здесь опыт и молодость испанской столицы, где люди на... Ну, собственно, в голе. Он не только во владении, он уже был момент, когда... Вот я сейчас, честно говоря, не вспомню. Дест. Снова Дест. От одного крайнего защитника мяч приходит к другому. Дест. Ну... Но... ...легитимностью и ответом судьи. Какая-то экспериментальность... 23-м. Сейчас атака Барселоны. И этот Дест играет на... Дест. Здорово разыгранная комбинация. Да, особенно не был. Ну вот один гол уже успел забить. В нынешнем сезоне. Дальше на правый фланг. Здесь Миралем Пьянич. Нет, здесь Дест. Вот сейчас отдыхает. Но экстра класса команда. Она... График. И этот график продолжается. Сентябрь, октябрь, ноябрь. На сразу несколько игроков закончили... свой срок в конце мая. Четвертый номер у Барселоны готовится выйти на поле.